всегда, Петр. Да все ж как заклинание, просто от всей души хочу, чтобы все получилось. Василий, вы вот что-то ищете вечно за моими словами, где-то там, за моими голосовыми связками в гортане. Там ничего нету. Посмотрим. Ну, давайте посмотрим действительно на украинских спортсменов. Анна и Сергей. С каким танцем, Василий? С произвольным. Очень логичное заключение, вы знаете. Анна Задорожнюк и Сергей Вербилло из Украины. Начали очень так... Да шикарно начали, вы знаете, шикарно. Вот программу. Просто читалась уверенность в каждом их шаге, но вот... Настырность, я бы даже сказал. Да, и желание рвать и метать.
Ну вот они в начале своей программы, конечно, рвали, а потом как-то партнерша начала с партнером летать. Начиная уже с вращения, где была явная ошибка, я думаю, что наши телезрители это заметили. Партнер стал качать то вниз головой, то вверх ногой в позиции либела, проще говоря, у ласточки. И потом мы видели прям серьезную потерю баланса у партнерши в дорожке шагов. И вот мы видим, что ребята осознают, потому что доесть они, конечно, с тем же энтузиазмом, с которым они начали эту произвольную программу, все бы могло сложиться для них по-разному. Вот сейчас мы увидим ту разницу, с которой отразится их катание в произвольной программе на их местоположение в турнирной таблице. А что потеряло баланс в дорожке шагов? Она пропустила шаги там? Потерь баланса и явная нереберность и неправильность исполнения шагов. Вот начало мы с вами видим, да, и прекрасное начало, шикарная поддержка, быстро, дерзко, на скорости, уверенно. То есть видим, что у ребят все пошло. И что-то вот в середине программы, может быть, какая-нибудь вспышка японского фотоаппарата повлияло на их катание. Мы видим эту дорожку шагов, да, по кругу, по-моему, если я же не ошибаюсь, прекрасно исполнено. Еще одна поддержка, тоже пока уверенно, страстно. Ну, вращение-то надо. А вот сейчас будет вращение. Вот мы увидим эту позицию либелы, вот партнер находится в позиции либелы. И вот вроде бы, и вот пошла ошибка, раз ошибка, два ошибка, потеря позы. Но, тем не менее, ребят, борются, продолжают. Это хорошо, молодцы. И уже конец программы, и мы не увидим те ошибки, которые допустила партнерша. Ну, хотя, конечно, ошибки были. Но вопрос в том, насколько лояльно окажутся сейчас судьи к ним. Маловато, баллов. Маловато. Это причем очень сильно маловато. Меньше, чем у китайцев. Да, да. Очень сильно маловато, и мы с вами видим, что... вот я жду сейчас, что здесь появится, потому что мне интересно посмотреть именно, по-моему, технической оценкой. Но они очень проиграли. Долго обновляется, поэтому не ждите.